Ребят, всем привет, дорогие гости, подписчики моего канала. И сегодня, как я и обещал, сделать винил на Lamborghini Huracan Evo. Она должна быть сначала глянцевая. Ладно, начинаем. Сначала клеим вот сюда вот, видите, на самих экранах, сюда вот клеим черный зад. А вот далее уже начинаем клеить вот такую вот горизонтальную полоску за 500 игровых денег. И клеим со второй стороны сзади. А вот далее мы уже клеим за 600 игровых денег вот такой вот пятиугольник в черном цвете. А здесь я решу просто доклеить. Далее вот сюда вот клеим за 500 игровых денег. Фу, денег за... Как там его правильно? Вот такие вот горизонтальные черные полоски. За 500 игровых денег. И клеим со второй стороны. Так. Клеим уже такое же, как там его... Как бы клеим такое же 6... А, не, пятиугольник. Пятиугольник, точнее. Он должен быть такого же цвета серого. А вот далее нам нужно скопировать с таблицы символов вот такой вот круг. Шрифт Godfather с болдом. А вот далее мы копируем и убираем болт отсюда. Как бы делав вот такие вот трубы. Вот таким вот образом. Так. А вот далее мы делаем уже серую рамку. Точнее, светло-серую. И пишем шрифтом Дептона Lamborghini. Ну и копируем это же название, но только мы делаем в белый свет. И пишем Lamborghini. А, нет, уже написано. Lamborghini копируем и только уже вот сюда вот клеим Lamborghini вот таким вот образом. Далее мы пишем Huracan Evo с болдом. Далее я здесь решил как бы отрезать лишнюю часть. Ну и не лишнюю часть, а как бы вам так сказать. Короче, вот сюда вот прям клеим вот такую вот тонкую полоску, вот такую вот. Таким вот образом. И клеим со второй стороны. Так, что там у нас дальше? Далее вот сюда вот мы клеим вот такую вот черную полоску. Прям на морду переходим и клеим со второй стороны. Вот далее мы берем букву L, шрифт Godfather с болдом, и клеим вот таким вот образом. Ну и клеим со второй стороны морды. Так. Сначала вот сюда вот клеим вот такую вот полоску. А вот затем мы уже клеим как бы вот такую вот полоску. Так. Сходится с цветом. Да, сходится. И клеим ее прям вот сюда вот. Вот таким вот образом. Так. Есть. Все сходится. А вот далее мы вот сюда вот уже копируем эту же полоску. У L. И вот сюда вот прям клеим. И клеим вот таким вот образом. Опа, все. А здесь мы убираем лишнее. Мы клеим это все со второй стороны. Вот и все. У вас получается вот такой вот Huracan Evo. Так, я не знаю, какие там диски стоят.
примерно 688 лошадиных сил. Берем двигатель какой-то. Так, это уже много. Значит, я не тот взял. Блин. А какой надо брать? Блин, не тот. Не тот. Окей, сделаем сток. Тоже не то. Блин. Так. Есть. 694 лошадиных сил. Или нет? Погодите. Сейчас подберу точно. Наверное, надо было взять турбо. Значит, не тот я взял. Давайте твин турбо. 697, наверное. Или опять не тот я взял. Блин, ребят, не могу сориентироваться. Так. Надо, наверное, твин турбо поставить. Да, 694. А мы двигатель берем, наверное, вот этот. Двигатель V10-5.0. Твин турбо. Ну и все остальное берем. Так, подвеска. А, здесь я решил просто убрать выступ. Сейчас я сделаю подвеску. И вернусь. Так, все, ребят, смотрите на экраны. Вот так вот выглядит подвеска. Запомнили? Если что, можете приостановить на паузу. Вот все, ребят. А теперь переходим к монтажу.
Блин, ребят, я забыл поставить матовый цвет на машину. И вот тогда бы похоже... Было бы похоже на Lamborghini Huracan Evo. О, господи, боже мой, чё машина переворачивается? Вы посмотрите. Видите, ноги тут торчат. А в следующем ролике я вам покажу тоже гоночное меню на Урус. Но только с команды Red Bull. Да. С команды Red Bull. Так вот, он выглядит вот таким вот образом. Ладно, ребят. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. А с вами был я, Димас. Всем пока.